Ne regaliamo un altro. In questo modo avrete l'occasione di raddoppiare le vostre chance di vincere. Vi ricordo che sempre da regolamento un biglietto di 50 biglietti stampati in serie deve essere vincente, per cui... Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Мы приветствуем вас на канале Яна и Кристина. И приветствуем вас сейчас с ночного Бергамо, с аэропорта в Италии, куда мы прилетели с нашего любимого. Но нам все-таки пришлось улететь с нашего любимого Тенерифе. И теперь наше путешествие продолжается в Италии. Наш рейс прошел прекрасно, посадка была мягкой. И теперь здесь, конечно, пришлось одеть куртки. Здесь плюс 4 в Бергамо. И, конечно, совсем воздух нас здесь не радует, температура воздуха. Мы привыкли ходить в купальниках и в футболках, и в шортах. Ну вот теперь что же делать? Будем привыкать примерно к домашней обстановке. Теперь мы с вами в Бергамо, в Италии. Сейчас вечер поздний. Мы взяли на прокат машину снова. И теперь будем грузить наши большущие чемоданы. И поедем к нам домой. Посмотрим, где мы будем жить этот раз. Теперь мы снова берем машину в аренду и отправляемся в поисках жилья, которое мы сняли. В общем, едем, грузим наши многочисленные чемоданы, едем. Бергамо, аэропорт перед вами. Вот такой весь переливающийся, красивый, перед Новым годом. Сегодня 29 декабря. Вот здесь все так красиво украшено. Машина очень похожая на ту, что мы... брали на Тенерифе, только это уже не Рено, это уже у нас Форд. Да, но такой же красивый, очень похож. Большая машина, потому что вещей у нас много, людей у нас много, мы путешествуем впятером, всей семьей, поэтому размеры всего у нас тоже большие. Ну что, Кристина, холодно здесь? Кристина? Нашим зрителям скажи, холодно здесь? Да. Да, это тебе не Испания. Ну вот, приехали мы по адресу, который снимали. Сейчас посмотрим, кто здесь нас ждет и ждет ли вообще. Вот нас здесь встречают хозяева вокруг уже сейчас сразу. Так красиво. Магазинчиков много, украшенные балконы. Нас встретила обаятельная пара итальянцев. И сейчас мы идем смотреть, где же мы тут жить-то будем. Вот, мы зашли сразу в квартиру. Здесь так уютно, так красиво. Итальянский дом. Сейчас будем с вами все рассматривать. Здесь какие-то портреты детей, может быть, хозяйских. Смотрите, какие здесь потолки деревянные, красивые. Окна на крыше. Окна на крыше. Занавесочки. Ой, не знаю, мне кажется, мама просит сказать, что здесь лифт. Здесь двухэтажный домик, да, красивый такой. И здесь уже есть лифт, каменные полы. В общем, красота. Пройдем с вами тут немножечко подальше. Здесь первая ванная комната. Здесь стиралка, унитаз, раковина. Все сделано в каком-то как, ну, под углом, что ли, я не знаю. Она не квадратная. Опять деревянные скошенные потолки. Здорово. Смотрите, окошко прямо в туалете. И в ванной это вид из окна. Просто сказочный. На крыше, на маленькие вот эти, да. А, это душевая. Здесь и душ есть. Здесь душевая, коридор. Вот, показывает Сандра. Роскошная квартира. Это итальянский дом на несколько квартир. Глядите, потолок какой в коридоре, да? Совершенно необычно. Это, видимо, батарея. Так, и мы приходим с вами в следующий санузел. Через коридор еще один санузел. Здесь уже ванна. Там был душ. Здесь биде и унитаз, шкафчик. Ой, как красиво. Опять окно. Очень теплые, кстати, батареи прямо в ванной. Давайте заглянем с вами, что здесь в окошке. Сетки. Ага, тут тоже чего-то блестело где-то. Батареи прямо раз, эти самые
как сказать, раскаленные. Видите, ставинки прямо в самом окошке вставлены. Закрываться. Душ есть в той, в душевой, здесь ванна, да. Очень здорово, конечно. Так, ага, здесь посмотрим с вами дальше. Дальше здесь типа детской, что ли. В общем, одна комната, да, мы снимали как, ну, несколько комнат, потому что нас же много. В общем, шкаф я вижу. Шкаф есть. Одна кровать. Ой, не знаю, меня вот потолки восхищают просто, да. Опять батареи, очень тепло здесь, хорошо. Столик какой-то рабочий, снова ставеньки. Миленькие. Ой, какой вид красивый. Это на улицу тут, где мы вот только подъехали. Глядите. Так, и следующую. Так, это еще не все. Это одна комната, да? Потом я вижу еще одну комнату тоже. Смотрите, здесь двухъярусная как бы кровать. Стол рабочий, шкафы. Ой, красота. Шкаф гигантский, это просто мебель прямо. Как комплектом, да? Ну, видите. Очень здорово. Уже все делят кровать, я слышу. Очень мило здесь. Так, и вот это еще одна спальня. Здесь двухспальная кровать, множество постельного одеяла, огромный шкаф с раздвижной. В общем, огромная квартира. Интересно, сколько же здесь квадратных метров. Вот. Трюмо. Трюмо. Здесь сейчас окношко откроем. Ага, опять на какие-то елочки вид. Ну, вообще сказочные. Италия, конечно, прелесть. Ага. Yes, understand. Thank you. Показывает хозяин. Грациас, грациас. Good night. В общем, вот такая квартира, целый дом здесь огромный. В общем, он нам очень понравилось, конечно, сразу. Здесь кухонный уголок. Ну, Кристина, какую кроватку ты выбрала? Ты вот это на верхней будешь спать, да? На верхней кроватке. Выбрала, Кристина? Ну, я не хочу, но не вижу. Ну, что делать? Хозяева уже включили Кристине телевизор. В общем, очень здесь уютно. Обворожительный совершенно итальянский дом. Вначале здесь еще есть прям кладовка, я вам не показала. Кладовка здесь тоже, и утюги, и пылесосы. И что у них? Газовая колонка типа. Ой, ну до чего интересный домик. Здесь еще лоджия, огромная лоджия. И выход, вид прямо на церквушку, на их. У них здесь церковь, когда мы подъезжали, вся украшенная к Рождеству и Новому году. Потому что через совершенно через пару дней Новый год. Завтра у супруга еще день рождения. В общем, мы здесь праздники будем праздновать. И вот так прямо вход, как говорится, с улицы. И сразу вы попадаете вот в такой роскошный холл с кухней открытой. Так, что мы тут посмотрим? Вот интересно, что микроволновки у них нет. Я уже показала, что есть ставни. Здесь вот холодильник такой вот встроенный. Мебель. Да, балкончик очень длинный. Газовая плита у них. В общем, роскошно, красиво, конечно, очень. Ну что ж, будем обживаться. Аквариум, к сожалению, не работает. А еще и аквариум. Роскошно, роскошно. Мы очень довольны. Если выйти сразу из квартиры... Да, во-первых, смотрите, какой здесь лифт роскошный. Так, а здесь что? А здесь балкон. Тут написано, я не знаю. Ну вот мы с вами на итальянском балкончике. Он длинный. Ой, ну просто сказка. Тишина какая. Вот церковь. Церковь сразу напротив. А вот наши окна. Да, церковь напротив. Обязательно сходим, посмотрим. А тут же сразу наши окна, да? Угу. Очень интересно. Окна настолько со ставень... не... со ставеньками. Со ставеньками. Да. Со ставеньками.
Интересная планировка, да? Очень. В общем, очень здорово. Так что мы тут обустраиваемся. Да-да.